Уже с 1 июля в Бурятии вводятся штрафы за нечипированных или гуляющих без присмотра собак. Все собаки, начиная с 3 месяцев, имеющие хозяев, должны получить идентификационный знак. Это может быть микрочип, который вводится под кожу животного, или специальный жетон. Между тем, в республике на сегодняшний день зарегистрированы лишь порядка 3000 собак. В связи с этим Управление ветеринарии Бурятии до 1 июля не взимает плату за работу по чипированию. Хозяевам животных нужно лишь оплатить покупку жетона, это порядка 60 рублей, или чипа стоимостью 200 рублей. Процедура занимает несколько секунд и безболезненно. Владельцам собак выдается удостоверение или сертификат о регистрации, а данные вносятся в базу Animal Face. Процедуры чипирования, как бы идентификации, необходимы для профилактики особо опасных болезней, либо инфекционных, либо паразитарных, либо животных и человека. Также для создания единой базы домашних животных, в случае необходимости розыска домашнего животного, ввести вот эту базу данных. Также для контроля и профилактики бездомных, безнадзорных домашних животных. Напомним, что штраф за отсутствие регистрации у домашнего животного с 1 июля составит от 500 до 1000 рублей. К тому же без электронного паспорта вашего питомца не выпустят за границу. Помимо этого, с 1 июля запрещается выгул собак в период с 23 часов до 7 утра, то есть во время действия закона о тишине. Нарушителей могут оштрафовать на 2000 рублей.